Самое-самое доброе утро, это уже Вики Вочи. Я не могу. Могу. Задом не надо. Я как Иванушка. Иван Царевич, сейчас пойду. Так, развернулась, все. Итак, я на своем каячке, на маленьком. Группку свою я так и не нашла. Наверное, они либо еще не приехали, либо они уже уехали. Но людей настолько много здесь. Сегодня воскресенье, все каяки разобраны. Слава Богу, что я взяла свой. За свой каяк я заплатила $6 тем, чтобы мне разрешили войти здесь в речку. И $5 за то, что меня на автобусе, с той части реки меня на автобусе привезут сюда. Потому что моя машина осталась здесь. Вода обалденная. Сегодня 24 июня 2013 год. Вот я попытаюсь ехать пока, плыть вернее. Ну, плавает какашка. Вот она какая вода, прозрачнейшая, чистейшая. И, конечно, если бы здесь не было крокодилов, было вообще замечательно, просто супер. И вот меня несет в ту сторону, меня несет в те дебри. Сейчас я рукой буду пытаться. Не знаю, что у меня получится. Получится ли здесь делать какое-то видео. Но если я вот так вот буду ехать одна. Вот так вот. Позади никого нет. Впереди никого нет. Я одна. Страшно, однако. Но сейчас люди будут, после меня люди тоже будут, как сказать, сплавляться по этой реке. Тут, в общем-то, не страшно. Ну, одной, конечно, не очень приятно. Ладно, так и быть. А вон кто-то обратно уже едет. Ладно. О, рыба как подпрыгнула. Ничего себе. Это она с жиру уже бесится. Вот она. Давай еще раз прыгни, давай. Ничего себе рыбка дает. Итак, весло у меня есть, но я пока веслю руками. Птицы поют. Красота, так как красивые мужчины плавают здесь. Вода? Слов нет. У меня эта камера, она ей можно снимать под водой, но у меня их несколько уже было. Я пыталась ими снимать под водой, причем я далеко, глубоко не ныряла. Ого, какой. Good morning! Только что орел туда пролетел. Или ты стрекозел? Ты кто? Боже, какая сказка. Я вот, меня просто река сама несет. Собственно, это не река, это источник. Я так и не сняла. Я попробую, когда я приеду назад, я попробую купить билет с тем, чтобы посмотреть шоу Mermaids. Mermaids это русалки, шоу русалок. Девчоночки молоденькие одевают на себя костюмы русалок. И там то место, где как оно типа как бассейн, застеклено кусочек, то место, где бьет источник, выходит там скалы такие подводные, оттуда выбивает источник, сильный поток воды. И вот там вот они, представление этих, я уже как бы, сейчас я еще перевернусь буду выделывать. Не знаю сколько, по-моему, $4, не знаю сколько, неважно. И хотя, конечно, интересно было бы посмотреть, снять вот эту вот дырку, из которой бьет вот этот источник, и вот формирует вот такую вот большую реку. Вот она, широченная, и вода прозрачнейшая. Эту воду можно пить. Всегда одинаковая температура. Никогда не бывает ни холоднее, ни горячей. Сказка. Так, ладно, я весла пока свои не использую. Меня сама речка несет куда-то. Вот он. Вот он такой громадный. Сейчас я попробую его. Или это волчер? Или это орел. Сейчас я вот себе засунула свои очки. Сейчас уже вот вытащила. Волчер — это стервятник. Ну давай, камера. Вот она. А, скорее всего, что это стервятник. Ладно, ну его нафиг. И здесь в этой реке водятся ламантины. Манати. Их здесь называют манати. Меня боком несет. Вот так вот меня боком несет. Сейчас мне надо снять майку, намочить. Я майку не снимаю, я в купальнике, но не снимаю майку лишь потому, что я после укольчиков этих, я вчера сделала, вчера или позавчера я сделала эти уколы. Лицо обколола себе, мезотерапию. Нельзя. Меня же может перекинуть. Хочется, конечно, засунуть камеру в воду и снять красоту подводную, но я боюсь, что у меня опять она наберет вот. Давай уже это. Вон опять стрекозельчик. Вон их сколько здесь. Вот так вот я и буду пока плыть.
пока рукой могу вот в одну в другую сторону немножко регулировать свое движение. И вот дальше будет вода голубого цвета. И вот тут маленький такой островочек, можно объехать с той стороны, можно прямо. Ну, я не буду с той стороны обижать, вон сколько кошмары, вон оно бьется, сколько каких-то этих летучих голландцев, вон их сколько. Надо сюда приезжать почаще. Я сюда ехала около, ну, часа два я сюда ехала. Ой-ой-ой-ой-ой, это не крокодил случайно? Мамочка моя! Кто это? Я надеюсь, это не крокодил. Нифига отсюда не вижу. Придется отбиваться веслом. Это кто такой? Черепаха, что ли? Не могу понять, что это такое. Ладно. Сейчас одену очки и проверю. Не могу понять, что это такое. Не надо мне, вон сколько рыбы, прямо посреди. Или это птица? Я не могу понять, что это такое стоит. Вон косяки. Живая она, не живая, это птица. О, Господи, напугала меня. Ты меня, подружка, напугала, ну тебя нафиг. Застыла в ожидании. Так, сзади вот люди едут, мне уже получило немножко, похорошило. Сейчас я за ними пристроюсь и поеду за ними. Потому что одной все равно душно. Все равно это дикие джунгли. Все равно здесь дофига, как я сказала, крокодилов. Мы тут встречались с крокодилами не раз. Вернее, раз. А, вот какие же эти. А, не хочу я на них. Не хочу я на них. А, только бы нет, не уткнуться жопом на эти водоросли. Туда надо, туда мне надо, мне туда надо. Ладно, сейчас я выключу свою камеру и пристроюсь, поеду за людьми, буду махать крыльями. А вон этот. Тут даже вот такой вот есть этот. На меня, пожалуйста, ехать не надо. Вон сзади мужчина с женщиной. Вон рыба как прыгает опять. Ладно, сейчас я вот так ноги поставлю и попробую порулить. Не, чтобы не столкнуться с этим дяденьким. Волн нам они наделали. Эй, не надо меня туда нести. Так, все, я пристроилась за парочкой. Теперь буду просить, чтобы они меня установили. Или закрыли. Эй, мне туда не надо, мне туда не надо, мне туда не надо. Меня задом опять разворачивает. Задом опять меня разворачивает сейчас. Ну и зачем? Коленки. А если я тебя вот сюда поставлю? Все, пока-пока, пошла догонять вот эту парочку. Итак, я уже искупалась, чуть-чуточку. Не надо меня туда нести. Намочила шляпу, намочила свою майку совсем. Не оголяюсь, потому что можно сгореть, долго ехать.
Вот позади меня люди. Позади меня люди, я остановилась, увидела, дяденьки купаются, думаю, не страшно, потому что одной, конечно, здесь купаться страшно, даже в самом, казалось бы, месте, где не похоже на... Ну вот это мне совсем не нравится. Вот это мне не нравится совсем, залезла в какие-то кусты. Сейчас. Итак, сзади сейчас люди собираются, будут плыть за мной, и мне уже полегче. То есть я не одна. Я не трус, но я боюсь. Я, конечно, не бздуниха, но все равно я трусиха. Вот такое дно. Река становится где-то очень глубокая, где-то совсем одна миль. Вот там вот сейчас будет глубокое место. Я руками сейчас чуть-чуть пытаюсь направлять свою лодочку, свой каяк вот тут глубоко. Крокодилов пока не видела. Увидела птицу, так испугалась. Ну, боже, полные штаны. Вот какая глубина. Вот там, где река закругляется, вот там, видимо, поток выносит. Вон она, кстати, туда уходит тоже в стороночку куда-то. Или мне так кажется. И вон там глубоко. А тут вот совсем миль. Давайте за мной. Я вас жду, люди. Красота какая. Рыба такая попрыгунья здесь. Тут вообще по колено вот тут. Сейчас проплывала. Такие каменючки были все обросшие мхом. Такие зеленые, такие красивые. Вон оно какое все. Страшно. Да, одной, конечно, некомфортно, честно. Ну и потрепаться не с кем это раз. И во-вторых, понятное дело, определенная опасность есть. Куда же мне присобачить мою? Вот, какая я дурочка. Вот же я куда ее сейчас присобачу. Вот. Боже, как все просто. Вот так вот я ее еще сюда поставлю. Что мне там мешает? Не надо меня в кусты. Она мне несет в кусты. Не надо там крокодилы, не надо. Вот так вот. Цвет воды. Зелено-голубой. Я надеюсь, что это видно. Так. Тихо. Тишина, красота. Лепота. Exciting Witch Watcher. Spring State Park. Спрингс это источники. Стейт парк это парк штата. Exciting. Ну как бы excited. I'm excited. Я возбужден, как бы я потрясен видом там или чем-то. Тихо, не надо меня туда тянуть. Вот я сейчас зашла поплавать, и река, конечно, река. Настолько сильное течение, настолько сильно бьет этот источник. Ну, потому что побрызгала лицо этим от загара. Фу. И это прям во рту все. Так, а вот там вот чьи-то следы. А это каяки, я надеюсь. Да, это каяки. Ой, какая вода красивая. Какая красивая вода. И вот совсем меня вынесло на... Практически на... На сушу. Какая красивая вода. Вот каменючки, про которые я говорила. Ай, сколько глубокая какая река. Не надо меня в эти кусты. Ах. Ладно. Она меня не затащила туда.
Вон кто-то мне навстречу плывет. А, там даже кто-то купается. Ну, слава богу, я не одна. Тоже действительно купались вот на этом же месте. Ну, гадость какая. Помню. Теперь бы ни на кого не наехать. Никого бы не задавить. А вон это тарзанка, мы тоже с нее ныряли. Hello. Hi. Hi. Good, thank you. Окей, вот, вот она тарзанка. Вот такие вот. Корешочки. Ага, вон она тарзанка. А там тоже глубоко. Hello. Hi. Ну давай, прыгаем, тарзаночки, прыгаем. Берега подмыты. И вот какая здесь глубина. Тут, наверное, будет мне с головой. Yeah, it's okay. Yeah. I get to use it. I can put it in my car. Inside of my car. Он говорит, легко управлять. Я говорю, легко управлять. Он говорит, маленький такой каяк. Я говорю, маленький, зато это. Я могу ставить себе в этот. В машину. Hello. Итак, вот меня опять в кусты отнесли. Вон они какие дырки страшные. Не надо меня туда относить. Не надо, не надо, не надо. Не надо. Только страшно. Вау. Тихо, 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 тихо. 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 Вон они какие. Кажется, оттуда сейчас кто-то как вылезет, как за задницу схватит. Несет, опять меня несет пусто. Не надо мне туда. Не надо мне туда. Сейчас одной рукой. Надо одной рукой научиться управлять. Я почти уже научилась одной рукой управлять. Ой, как тут сильно течение. Вот еще одна тарзанка, нарзанка. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо меня туда, не надо. Слава богу, везде люди, и не так страшно даже, если меня к берегу к этому привезли. Там может перевернуться. А тут все мои фотики. Вот не все, а два. Мои камеры, вернее. Не надо, не надо, не надо. Конечно, крокодилы все попрятались сейчас. Так много людей здесь, столько шума. Они же не дураки совсем.
Не могу найти место. Вернее, не могу, не то, что не могу найти, я его, собственно, не ищу. Он какой-то стёршник. Не вижу места, где мы тогда встретили крокодила. Тут было дерево такое, валялось, лежало в воде. Это не мухи летают, это вот такие как большие мухи, оводы, оводы, слепни. Кусачие такие подлючие. Подлючие такие кусачие. Ну вот не совсем не страшно, так много людей здесь, что мне очень даже хорошо. Ой, sorry. Вот они какие каменючки. Тут можно даже и веслами и двигать. Вот немножко, чтобы не заносило только в, как сказать, на изгибе реки, чтобы не заносило в кусты, потому что в кустах пауки могут быть неприятно, там паутина висит, понятное дело. Не очень хочется мне на лицо все это поймать себе. Вертолетик летает. Так что я скоро научусь одним этим управлять. Вот у меня как хорошо получается. Вон оно какое дерево большое лежит уже с нишей. Рыбы нету. Там она прыгала как сумасшедшая. Может, она прыгала от крокодилов? А тут вообще рыбы нет. Обычно плывешь, они тут прямо такие толстенные, одна за другой, прямо стаи. Вот опять глубина пошла. Не надо меня туда опять, не надо. Вот меня куда-то хотят это засунуть. А, не надо. Кусты, не надо мне кусты. Надо вот эти деревья поспиливать, которые висят, касаются воды, потому что можно зацепиться и конкретно слететь отсюда, с лодки, с каяка. Он же такой неустойчивый, это кажется, что вот он такой устойчивый. На самом деле чуть-чуть направо-налево, шаг влево, шаг вправо, расстрел называется. Вот она опять красота какая. Не надо. И вот так я буду плыть 8,5 миль. Не знаю, сколько я уже проплыла. И там дальше начнутся уже, перед тем, как уже надо будет выходить, там начнутся уже домики вдоль этой реки. Такие красивые, такие шикарные. И там же манати живут. Тут глубоковастенько. Вот подо мной под лодкой не глубоко, а вот там чуть-чуть в сторону. Вот там вот. Глубина хорошая. Теперь я знаю, что мне надо сделать. Мне нужно на шею такую придумать штучку, чтобы вставлять весло, если она меня, конечно, не удушит, эта штучка. Тихо.
Тихо, не надо мне. Вон они такие белые что-то. А тут совсем глубоко. Кто-то меня обгоняет. Надеюсь, не крокодил. Thank you. I'm trying. Тут можно взять это коню. У меня коню, каяк, коню. У меня каяк, а это коню на два человека. Смотри, ты делаешь классную работу сразу. И управляю лодкой, снимаю. Кто-то упал. Перевернулся каяк. Это очень-очень легко вот так перевернуться. Нефиг делать. Чуть-чуть, я же сказала. Чуть-чуть право, чуть-чуть лево. Надо держать, конечно, баланс постоянно. Я когда первый раз мы поехали сюда с Жанной, с девчонками, самый-самый первый раз, когда я открыла для себя эту реку, у меня был телефон с собой, взяла деловая колбаса, тоже камеры, и не знаю даже как, проплывала, какое-то дерево было, как сказать, склоненное, я под него пригнулась, думаю, сейчас я пригнусь и проплыву под ним. И, видимо, где-то что-то не рассчитала налево-направо, и как меня лодка перевернулась. И я вместе со всеми причиндалами ушла под воду. И я нашла все-таки. Я потом ныряла, нашла свой телефон. У меня так сверху просто лежал, даже не в сумке был. Я нанырялась, нашла свой телефон. Потом я приехала домой. Я, конечно, сразу вытащила батарейки, все вытащила, полотенчиком посушила и спрятала в полиэтиленовый пакетик. Приехала домой, закопала это в рис. У меня 3-литровая банка с рисом. Я когда покупаю рис, я всегда в банке складываю, крышкой закрываю. По-моему, я это слышала, Иван Ургант говорил. Я так услышала, что кто-то так вот, где-то, по-моему, Ургант говорил, что вот он таким образом утонутый свой телефон спасал. И я таким образом спасла и телефон, и камеру. Кстати, и телефон, и камера работают. Нет, камера, по-моему, не работает. Я же не помню, куда я ее делала. А телефон до сих пор, телефон. Камера у меня работает до сих пор. Там только пятнышко такое на ней появилось, какое-то типа влажное. Вот так глубоко здесь. А там людей. Ой, как хорошо, что я не вижу. Вон она какая глубина. Ой, тихо-тихо, падать не надо. Мне не хотелось бы, конечно, вот эту вот камеру мою, которую я сейчас снимаю, не хотелось бы мне, конечно, ее потерять, потому что она достаточно дорого стоит. Если я ее намочу, она как бы подводная, на самом деле нифига она не подводная. Если я ее намочу, конечно, мне придется покупать новую. Она стоит по $300, как бы. Пусть это не очень дорого, но это все равно деньги. Там столько людей. А, там лагерь пионерский. Там вообще пионерский лагерь. Ножки не помазала, мне сейчас ножки сберут. Сейчас я где-то остановлюсь, ножки себе помажу. Этим санблок. Как глубоко здесь. Надо мне тоже там где-то остановиться, с ребятами поплавать. Ну там прямо типа парка что-то. А нет, это не лагерь, там и взрослые. Это парк. Прямо на ответе. Вот еще одна тарзанка висит. Hi, how are you? Private парк, частный парк. Members only, только члены. Как они вступают в это членство, не знаю, но частный парк. Hello. Hello. How are you? Welcome, welcome. Thank you. Так, надо мне тут достать эту штучку и помазать себе ножки. Пока меня несет. Итак. Где мои ноги?
на сразу все, не отходя от кассы. Все, помазала, пусть все валяется здесь, она мне не нужна там, где-то в моей сумке. Итак, поехали, меня обгоняют. Такой маленький коньячочек хорошенький. Женщина тоже, коротенький совсем. Я еще так долго сегодня раздумывала, ехать мне или не ехать. Дурочка такая. Могла бы ведь не поехать. Сейчас под спину положу полотенце, а то немножко поддавливает меня. Так вот лучше будет. Спиночка здесь такая твердненькая. Слегка поддавливает. Сейчас где-то люди остановятся, я тоже остановлюсь, тоже поплаваю немножко. Ой, как здорово, боже. Боже, какая сказка. Вообще, кто приехал сюда во Флориду, первым делом надо ехать только на реки Мочи, потому что все остальные реки, на которых я была, они не такие, они не такие прозрачные, не такие красивые. Это, конечно, вообще сказочно. А еще где-то здесь, в этом районе, здесь чуть-чуть повыше, чуть-чуть севернее, есть Rainbow River. Говорят, тоже такая же прозрачная вода. Опять меня тянет в кусты. Не надо меня в те кусты. Вон оно, дерево лежит. Не надо меня учить шуркать. Поехали дальше. Вон какая глубокая здесь вода. Деревья вот лежат. Как двойное дно получилось. Не надо меня в кусты. Ай. Yeah.
Алису задом, ко мне передом, так и я. Опять меня сюда несет, не надо. Не надо, не надо, не надо меня сюда, не надо. Ох, не бабай. Ох, не бабай. Жопом опять повернулась. Более интересно. По-другому не получится. Надеюсь, что-то хоть видно. Видно? Нос. Только нос лодки видно. Больше нифига не видно. Hi. That's an eight footer there. Huh? Yeah, you're doing okay in it, that's an eight footer. It's about the size of the duckies up in North Carolina. Я не могу сбить. Нечаянно. Правильно, с одним веслом ручить. Ай! С одним веслом ручить им с двумя. Так столько волн напускал, проехал. Видишь, какой сильный дядя. Вон они. Да что ж ты меня... Прямо волны наделал. Такой сильнющий. Ого, как швыряет. Так и перекинуться. Тихо, тихо, тихо. Тише, тише. Тише мышек, вот на крыше. Так, ну вот уже можно стало взять камеру в руку. Вон она какая глубина. Боком меня теперь несет. Теперь я еду боком. Вот так вот боком. Кто как? А я это? Как Иван Царевич? Не-н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 е
Идите, летаете здесь надо мной. Не надо меня в кусты. Пойду людей догонять. Сдохну одна. Ай, как сдохну одной. Итак,
я сказала, уже 8,5 миль, вот эта вся река, все мое путешествие. Так здорово, когда первый раз так проехалась, у меня потом неделю руки болели. А сейчас привыкла. А сейчас привыкла, красота. Опять меня поворачивает жопом. Ну и пусть поворачивает, раз ей так легче реке меня нести. Шапка специальная у меня такая походная. Сзади у меня закрывает спинку, чтобы шипы сгорело. Ладно, вон они, деревья под водой. Громаднючие. Вот оно нависает. Вот под таким, под нависшим деревом я хотела проехать и перевернула лодку. Свалилась. Хай. Вон сколько деревьев. Не знаю. Я так и еду боком. Все нормальные люди едут передом, а я еду боком. Все не по человечески. Вот, теперь она меня снова разворачивает. Теперь уже все, молодец. Теперь мы носиком. Поехали. Оставила весло в покое. И тут тоже должна быть тарзанка. Это глубокая. Опять меня. Вот сейчас меня стукнет опять в этот. Сейчас меня стукнет о берег. Не надо, мне это не надо. Не надо мне в кусты, не надо мне в кусты. Вот так вот можно снова перевернуться. Вот она меня куда затащила. Вот я уже все, я стою. Вот я отстаю, все. Мне деваться некуда. Только выплывать отсюда. Ладно, попробуем вот так вот. Это для научного тыка. Вот так вот попробуем. Вот так вот. Что-то получилось. Плывем. Пошли, поплывем. Ура. Вот оно видно, как такое течение. Только не надо мне на дерево, не надо. И вот дерево прямо подо мной лежит. Вот они корни. И вот оно, само дерево. И опять меня уносит. Вот так вот хорошо. Сама меня выпрямила. Потому что по кустам я не хочу. Эй! Не-не-не-не, сейчас она меня туда вот тут вот заведет. Не-не-не-не-не-не, там вообще там такая глубина деревья. Не-не-не-не, вот дерево прям лежит в этом. Тихо, это надо поехать. Вот оно недавно видно упало. Давай. Фу, слава тебе, Господи, не унесло. Вон оно, дерево лежит прямо. У меня туда чуть ли не отволокло. Не надо мне туда. И сюда мне не надо. Мой знакомый, по-моему, я с ним уже здоровалась когда-то.
Тут должна быть эта тарзанка тоже. Ага. Опять меня носит куда-то. Дерево вот это тоже оно наклонилось, оно как наклонилось, и меня могло под него завести, и оттуда бы я вообще не выбралась. Каяк бы прошел, а голова бы моя не прошла, и я могла бы перевернуться элементарно. Перевернуться-то не страшно, страшно, не хочется замолчить камеры свои, вот что. Телефон я с собой, конечно, уже не беру на такие мероприятия больше. Такими лодками моторными, они иногда бьют манати. Я бы запретила здесь такие лодки, честно. Оказывается, руками манати трогать нельзя, а вот на таких лодках ездить можно. Вот они сейчас приедут и навоняют бензином. Сколько раз мы здесь были, они всегда проезжают, и потом такой запах неприятный от бензина остается. Ай, здороваться все равно надо. Вот оно, дерево лежит подо мной. Сейчас. Вот она, вот здесь вот мы прыгали. Тарзанки, хай. Так, уходим снова отсюда, ползаем. Фу, как воняет бензином. Фу. Блин. Какую красоту взять и испоганить этим бензином. Фу. Ну что делать, каждому свое. Я, наверное, сегодня, вот когда сейчас закончу тут поездку, выйду, погружу свой каяк в машину и поеду проедать, съезжу в греческое поселение здесь недалеко. Ну, далеко-недалеко, миль 20 надо проехать, а уже к вечеру поеду домой. Уже оторвусь по полной программе. Так, и куда мне? Тудым или сюдым? Ага, тудым. Меня в кусты тянет. Не надо меня в кусты. Фу. Фу. Вон она какая глубина. Голубая. Голубая глубина. Вот видны скалы. Вот они скалы. Вот я опять снова. Вот тут вот мне по колено будет. Какой по колено уже? Тут ходить прям пешком можно. Shallow water. Shallow water это очень
сказать. Мелкая вода, очень мелкая. Сейчас, наверное, сейчас в эту штуку зацеплюсь. Леона, как там висят. Пляжик прям, вот он прям пляжик. Волны бьют. It's okay. Поехали вперед. Надо бежать от них чуть-чуть. Надо немножко от них оторваться или пропустить их на более широкую воду, выйти и пропустить их. Так. Вот тут уже широкая вода, вот тут они могут меня уже выйти. Все, тут я могу расслабиться. Тут снова могу расслабиться. Вот такая вот. Тихо. Это я сама с собой так разговариваю. Самоуспокоение так называемое. Снова занесет. Надо выкарабкаться. Как тут глубоко? 5 метров, наверное. Вау. Лодка идет какая-то. Только сталкиваться не надо. Пожалуйста. Опять волны какие наделали. Ой! Какие волны. Вон сколько этих паутин. Нарушили тишину своей лодки. Хочется вырубиться на этом, честно. Такое удовольствие взять каяк и поплыть, ручками помахать. Это же какая физическая нагрузочка. Нет, блин. Занимаются ерундой. Ой-ой-ой, сейчас сяду. Не села. Фу, я думала, что сяду на мель. Дерево было в этом. Подо мной. Ай, тихо. Мне туда не надо. Я за ним не поздоровалась. Что-то я совсем забыла.
Опять дерево упавшее. Опять так сузился проход. Или проезд, так сказать. Солнышко спрятано, что ли? Отсюда большая муха, овод, или как слепень, или как его называют, кровопийца. Сейчас закончится. А, еще 6 минут. Еще 6 минут. Private property. Частная зона чья-то. Немножко сдвинусь вперед. Сейчас чуть-чуть. Вот так вот. А если арендовать каяк можно за $30 вот на всю эту штуку. И вас потом там заберут. И... Hello. Good, thank you. Так, надо выйти из кустов. Выйти из кустов. И меня туда заносит. Уже домики пойдут. Я не знаю, если мне хватит этой батарейки. У меня, кстати, еще одна есть. И если мне хватит этой батарейки, в смысле еще одной батарейки, тогда я сниму еще и домики красивые эти. Вон дерево какое лежит. Тут страшно шевелиться. Пошевельнешься и свалишься. Чуть-чуть направила себе. Фу, сейчас будет вонять этим своим. Надо будет убегать. Надо убегать. Я не знаю, с кем я здоровалась, с кем я не здоровалась. Тысячу раз мимо них проплывали, либо они мимо меня.
Плывем дальше. Опять меня боком несет, как всегда. Ну, как всегда. И вот какие паутины на дереве. Вот они. Вот они. Надо быстренько искупаться, мне жарко, она мне уже высохла, это моя майка. Сейчас я где-то остановлюсь с людьми и искупаюсь. Так, ну пусть меня несет. Сейчас батарейка уже сядет. Вернее, батарейка. 26 минут у меня длина видео. Ух ты. Это кто был? Вон дерево тоже почти упало. Не надо только на меня, пожалуйста, сейчас падать. Погоди. Дай проехать. Вон оно прям лежит. Сейчас это тоже. Все, сейчас я остановлюсь вот здесь. Думаю, люди будут не против. Он их тоже занесло по кустам. Как меня постоянно по кустам заносит. Ну все. Пошла купаться. Ой, какая красота. Боже, какая красота. Все, ладно. Только что вернулась с этого путешествия по реке Викивочи. И вот, получается, вот здесь, вот я нахожусь сейчас вот здесь. Вот ланч. Ланч, стейт парк. Вот я нахожусь здесь. И вот голубая линия, вот это по этой реке я прошла вот по этой, по вот голубому 3 мили. 2 мили, почему 1 миля? Итого 8,5 миль. И вот вышла вот здесь. Вот тут вот. Здесь я села на автобус. Я заплатила за этот автобус $5. Меня привезли вот по вот этой вот дороге. Меня привезли вот. Меня привезли вот сюда, в этот парк снова. Я сейчас сяду на свою машинку, поеду обратно по вот этой вот дороге, по 550. И заберу вот здесь вот свою лодочку. Там ее бросила. Вот так вот, Викивочи Спрингс. Я героиня, можно сказать. Столько наплавала сегодня. Вот. Итак, вот тут можно купить. Тут приезжаете, покупаете билетики. Там туалетики, раздевалка, водичка попить. Сейчас я бросила пока свои вещи. А, вот этот вот парк. Вот как оно все называется. Вот он, Welcome to Викивочи Спрингс State Park. Вот работает с 8 утра до 3:30. Ворота закрываются и так далее. Ну, я оставила свою машину там за воротами. Поэтому даже если бы я б ничего не потеряла бы. Все, поехали. Поехали за своей лодочкой. Сейчас заберу свою лодочку. И вперед. Все, пока-пока.